Вы вот такой когда-то видели? Ну, про находили я даже не спрашиваю. А вот такую вот находку напипикал мой подписчик. С очень недорогим прибором. Сигнал был красивый, цветной. И что самое интересное, когда копал, то находку совсем не зацепил. Лопатой. Как часто бывает. Вот кто копает, напишите. Ну было же, правда? Вот кажется, и лопату поставил где надо, и копал аккуратно, а оп, и кукин-квакин рубанул. Но не про то. Что нашел парень? Для человека не знающего, какая-то крышечка. Ну точно, разве не похоже? А вот в мире ценителей древности, ух ты, вот это посчастливо. Это, друзья, зеркало. Да-да, именно древнее зеркало. Подобные были у разных народов, например, у скифов. Сделано из бронзы и ее сплава. Часто туда добавляли олово, оттого и цвет такой. В то время было натерто до блеска, что в него прям смотреть было можно. Найти подобное и целое, это просто мега везение. Вот как раз этого самого везения и не было у немецкого солдата, или это была карма, но имеем то, что имеем. В селе Чернилос, Польша, поисковой отряд проводил эксгумацию могилы неизвестного немецкого солдата, точнее их там было 13. В карманах одного были интересные находки, а именно 5 монет из золота, номиналом по 10 рублей, плюс золотая обручалка с гравировкой. Да, были еще вещи личной гигиены, зубная щетка, расческа и цепочка из серебра. Обнаружили и часть смертного жетона. Скорее всего, солдат эти вещи у кого-то отобрал. Думал разбогатеть, но не тут-то было. В наше время одна такая монета стоит примерно 580-650 долларов. Вот в братских могилах очень редко можно найти что-то интересное. А тут? Почему не забрали тогда? Да кто его знает, как думаете? Куда приятнее находить вот такое вот золото. Подняли парни в Чехии с прибором Етрак. Поисковики называют его еще трактор. Глубины примерно в 15 сантиметров. Это у нас бронзовый жезл, как бы с навершием. В виде полумесяца и золотой обмоткой рукоятки. Такая проволока золота в палец. Да, есть, конечно, утраты. Находка в своем роде уникальна. Возможно, относится к бронзовому веку. Выходит, ей несколько тысяч лет, принадлежала, скорее всего, какому-то вождю и была символом власти в то время. Конечно, ее дальше будут изучать. Подобные монеты почти никто никогда не видел, только в каталогах. Привет, Димон, вот такая вот красота выпала мне. Монета называется Феодосия, чеканилась она тоже в Феодосии. Если вот быть совсем точным, то это серебряный тригемиобол. Вес такой монетки чуток больше 1 грамма. Просят вот за такие крошки по-разному, находил от 3 до 5 тысяч долларов. Вот так-то. На этой стороне получается нимфей, а здесь вот такой вот красивый бычочек. Как видишь, состояние бомбовское. И вот надпись. Феод. Буковка F просто немного затертая. Так состояние у нее, конечно, обалденное. Найдена была на античной поселухе, на нераспаханном поле. Ну как нераспаханном, там лет 5 уже просто не пахалось. А так там стояли хорошие античные дачи. Ну это мне товарищ один рассказал, который по старине именно занимается. Ну скажу тебе, что это уже не первая находка с того поля. Так что вот как-то так. Монета довольно-таки редкая, одна из первых Феодосии. Ну я думаю, в комментариях тебе там понакидывают насчет нее. Так что как-то так, как видишь, она настоящая. Я тоже настоящий. Так что привет тебе из Крыма. Давай, пока. Так что, друзья, если вы хотите увидеть свою находку в моих роликах, пишите мне по ссылочкам снизу. И если вы хотите свои находки Капонину обменять на деньги, а не знаете, как правильно и главное законно это сделать, тоже напишите мне по ссылкам снизу. Там есть почта, телеграм, есть все. Подумаем вместе. До новых встреч на канале. Пока-пока. Бережите себя.